Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Цусиму. Ну, погнали вот сюда. А, здесь мы не переместимся, да, сюда не... Ну, проще, наверное, так даже. Конях, поехали, 800 метров. 800 метров, поскачем. Это не... Че, за мной погоня? Че за музыка? Неожиданная, так сказать. Так, оленьки. Оленьки, слева кто-то есть. Слева что-то горит. Так, впереди дымок. Значит, там что-то есть. Впереди дымок, значит, кто-то там живет. Ну, скачи, 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 медведь. Типа, ты чё, дурак? Приют мятежников. 12 железа, кстати, дают за них. Ладно, живите пока. Пока живите, не до вас. В меня? Серьезно? Да он не скачет, он почему-то тормозит. А, просто припасы. А, мы с... это мы видим, да, это отмечено уже. Тогда нам надо в другую сторону. Еще дым. Что-то он как-то из земли идет. Так, собрал. Ладно. Куда-то сюда, да? Ну, нам... Не пугай так. Так, ага, так это. Так, что у тебя есть? Нужно ли чего? Нет, не на краске для доспехов. Так. Спасибо. Так, а где, кто, где, когда? Дин, наконец-то. Ага, ну я того же мнения. Почему они все не в стенах города? Монголы окружили Ярикаву. Туда не попасть. Переговоры с давними врагами клана и так дело сложное. А теперь... А теперь им нужна помощь. Подумай. Мы поможем прогнать монголов, а они помогут нам. Но об этом еще нужен уговор. А мы не можем попасть в город. Нет, можем. Туда есть тайный ход. Да это когда было-то? Даже если он еще есть, туда не залезешь. Попытаться стоит. И я знаю, где искать пути обхода монгольской осады. Ага. Интересно. Спасибо, я их перебил. Чё бы они тогда делали? По новой зареспавнили для квеста. Странно вернуться через столько лет. Когда они взглянули, вспоминают прошлое. Поменьше попусту глазей. Вы были... Так, а чё у нас там? А, сбоку не показали, да? Здесь во время восстания Ярикавы. Нет, мы ушли задолго до него. Еще детьми. Вас увезли родители? Ну, почти.
дело. Они идут в город. Пускай пройдут. Пошли. Ушли. Сюда. Куда? Туда? Эй, сюда! Да иду. Я также боялся возвращаться в деревню Оми. Но всем приходится принять свое прошлое. И он окружен врагами. Ирикава обречена. Юна, где этот тайный ход? Видишь реку у стен города? Доведешь туда, дальше дело за мной. Их же там целое войско. Даже если найдем ход, вдруг монголы нас заметят. Из-за нас весь город погибнет. Така, я доверил жизнь твоей работе. Твой черед поверить мне. Да, господин. Не понимаю, как мы доберемся до реки. Придумаем. Можно сразиться с монголами. Отбросить их. Нет, не надо. Така прав, это опасно. Монголов слишком много, стены их не удержат. Бухта Адзам упала, падет и Ирикава. Я их знаю. Они скорее погибнут, чем станут рабами. Скрытый проход был где-то там, за белым деревом. Лишь бы его не нашли монголы. Нам надо пробраться через лагерь. Дойдем до воды, легко отыщем проход, и нас никто не заметит. Таков твой план? Проскользнуть через полный лагерь монголов и молиться, чтобы с тайным лазом за все эти годы ничего не случилось. Держись поближе, Така. Ну да. Вперед. Неужели я рискую жизнью, чтобы вернуться в эту дыру? Ты сама хотела. Но я ведь должна послужить твоему дяде. Заработать право покинуть остров. Мне тут нравилось. Ты был слишком мал, чтобы что-то понимать. Ярикава скверное место для той, у кого за душой нет и горсти риса. И ты уехала? Мы попали. Нет, нас типа заметили, ладно. А, нас прям жестко спалили. А до этого нас не палили, да? Ладно. А я его не заметил, он стоял просто к этому. Вперед. Неужели я рискую, чтобы вернуться в эту дыру? Ты сама... Он вон он, блин, где. А я увидел того и все. Заработать право покинуть остров. Мне тут нравилось. Ты был слишком мал, чтобы что-то понимать. Ярикава скверное место для той, у кого за душой нет и горсти риса. И ты уехала? Нет. Мы попали в дом. Нет, ты не виноват. Не-не-не, тихо, ладно. Прячемся. Вы уверены, что все получится? Приготовься бежать. Блин. Тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратно. Я больше не могу. Следу за Дином к реке. Тихо. Аккуратно. Вас заметили. Короче, никого не надо убивать, надо как-то прокрасться. Это прям жестко. Ну это ненавижу такое вот. Но я ведь должна послужить твоему дяде. Заработать право покинуть остров. Мне тут нравилось. Ты был слишком мал, чтобы что-то понимать. Ярикава скверное место для той, у кого за душой нет и горсти риса. И ты уехала? Нет, мы попали в бедницу. Нет, ты не виноват. Вы уверены, что все получится? Приготовься бежать. Не надо бежать, все нормально. Я больше не могу. Следуй за Дином к реке.
аккуратно, аккуратно, аккуратно. Фух. Самураем клана Симура. И этот всегда проигрывал. Интересный выбор. Давай под водопад. Все на месте и вовсю используется. Поэтому они и продержались так долго. Когда поднимемся, говорить буду я. Ты здесь своя. Кто вы? Как вы сюда попали? Мы с братом здесь родились. Монголы вас видели? Нет. Мы пришли помочь вам справиться с врагами. Сперва скажи, с какого мертвеца ты снял эти доспехи? Он не вор. Он призрак. Призрак. Я отведу вас к Кудзимасе. Но имейте в виду, здесь все вооружены. Беги, доложи господину! Бегу! Кудзимаса. Так звали младшего сына господина Ирикавы. Но после победы дядя распустил этот клан. На самом деле их семья до сих пор здесь заправляет. Твой дядя подавил восстание. И целое поколение местных теперь ненавидит клан Симура. Монголы переходят мост! Вы трое, за мной. Не отставайте. Что происходит? Какой-то шум у ворот. Плохо дело. Это их главарь. На нас нападут. Узнаем, что им нужно. Армармент! Люди Ирикавы! Я Темуге, предводитель этих воинов. Я учил ваш язык, чтобы предложить вам выбор. Откройте ворота, прежде чем мы поднимем черный флаг! Вас ждет великое благо! А откажетесь, познаете великую скорбь! Выбирай свой путь, Ирикава! Они уходят. Пошли. Если Ирикава падет, господин Симура лишится армии. Не бойся, они не сдадутся. Слишком упрям. И тогда начнется бойня. Мой дядя нужен им так же, как и они ему. Вместе мы прогоним захватчиков. Местные не в восторге от господина Симура. Чтобы выжить, клану Ирикава придется забыть о прошлом. Да уж, легко сказать. Кудзимаса вас ждет. Идите вдвоем. Мне нужно проведать кузнеца. Это наш дом. Дзин Сакай. Кудзимаса Ирикава. А я и помыслить не мог, что призрак — это племянник Симуры. Будь осторожен, он покарает тебя, как покарал мою прежде великую семью. Вы подняли мятеж против Дзито. Это дело прошлое. Теперь у всех нас другие беды. Кто это? Служанка? Я родилась здесь. Но помогаешь клану Симура? Нет, я воин господина Сакая. Призрака. Мы поможем вам снять осаду. В обмен господин Симура просит помощи. Монголы идут на большую землю. Про нас они скоро забудут. И Ирикава выживет. Как было всегда. Немногого мы добились. Пойдем к тайне. Масса болван. Его можно убедить. Остров охвачен пламенем, и оно подступает сюда. Если ему этого мало, убеждать бесполезно. Так и целыми днями пропадал в кузне. Если у кузнеца был лишний металл, он позволял моему брату ковать понарошку. Кузнец тебя узнал? Синсука умер. Остался его сын. Как прошло? Кудзимаса думает, что город выдержит осаду. Кузнец сказал, что лучшие лучники ослушались Кудзимасу и ушли сражаться с монголами. Их не было уже несколько дней. Если найдем этих лучников, они помогут прорвать осаду. И горожане нас поддержат. Как сможешь, приходи в старую Ирикаву. Поищем их там. И покажем Ирикаве, как сражаться. Ага.
А, типа квест завершен это, да? А я думал, все вместе будет. О таком мече стоит заботиться. Мне он запомнился. Прошу прощения, но этого не хватит для работы, господин. Так, что куда? А, ага, вот сюда. Да не-не-не, вот так и вот так вот. Так будет проще. Так, туда, да? Пойдем. Наверное, проще доехать. Но не факт. Да, он-то что тут забыл? Я запретила ему идти. Я хотел помочь, господин. Буду сидеть в Ерикаве. Какой от меня толк? Ну и пусть, зато живой. Мы ищем пропавших воинов. Ты этому не обучен. Я научусь. И я не буду мешать. Хорошо. Но будь осторожен. И слушай сестру. Да, господин. Что лучники? Местные видели их здесь. Но мы пока нет. Идем искать. Трус? Почему трус? Один выжил, что ли? Ну тогда и смысл. Кто-то их убил. Да, но не мы. Раны от стрел. А где стрелы? Вытащили и вернули в колчан. Признак умелого лучника. А, то есть ты не умелый лучник, ты идиот, блин, который не можешь стрелу с врага вытащить. Следы. 3-4 человека. И куда они пошли? Давай выясним. Тут мы ловили сверчков. Раз в неделю не реже. А потом делали крохотные клетки из бамбука. А ты помнишь, зачем мы ходили ловить сверчков? Нет. Чтобы увести тебя от матери. Когда она злилась и хотела выместить на ком-то гнев. Вот я и находила тебе дело. Следы ведут к этому дому. Кажется, здесь жил самурай. Однажды... Атака! Простите. Осторожней надо быть. Заглянем в дом. Осмотрю снаружи. Циновки. Здесь они спали. Ну, хоть медведь их не убил. Ну да. Съел почти всю еду. Может, поэтому я до сих пор жив. Он был не голоден. Наконечники, тетива, кожа, чтобы варить клей. Здесь были лучники. Дин! Така! Я кое-что нашла! Смотрите, угли еще теплые. Лучники были в этом доме. Они где-то рядом. Они украли у монголов порох. А они мне нравятся. Да. Молодцы, ребята. Следы. Следы, да. Вон они, поднимаются наверх, к утесам. Они прячутся не без причины. Не высовывайтесь и не зовите их. Я хочу туда. Самурай! Живой! Идите сюда! Это вы лучники из Ерикавы? Их мало осталось. Нас поймали, когда мы искали припасы в лагере. Еле ноги унесли. Где остальные? Их схватили и увели сюда. Мы можем помочь. Похоже, вы умелые воины. Я Дайкоку. Дин Сакай. Сакай, да? Но главное не Симура.
Посмотрим этот лагерь. Тюремный обоз. Похоже, монголы готовы отправляться. Дальше поведут в лагерь на другой стороне старой Ерикавы. Надо атаковать, пока не ушли. Вот твои лучники. Все живы и здоровы. Их надо освободить как можно скорее. Открыто нападать не стоит. Мы знаем, куда они едут, и можем устроить засаду на пути. В этих местах трудно прятаться. А старая Ерикава? Крыши по обе стороны дороги. И украденный порох пригодится. Что, вы его нашли? Да, хорошая мысль. Хорошо. Вперед, нужно обогнать монголов. А, они сами все монголы подготовят. Монголы едут сюда. Така, спрячься в одном из домов. Нет, я останусь здесь. Буду сражаться. Лин, скажи ему. Пусть Така сам решает. Вот ты его и защищай. Не буду. Тебе страшно? Нет. Не то чтобы. Немного. Юна ничего не боится. Наверняка и вы тоже. Может, со стороны незаметно, но все чего-то боятся. Даже Юна. И вы? Да. Когда монголы схватили дядю, я боялся, что потеряю последнего родного человека. А Юна боится потерять тебя. Без нее я был бы мертв. Я тоже. Хорошо, вот так. Когда монголы приблизятся, я выстрелю по бочкам. Господин Сакай, я не могу. У тебя получится, Така. Используй свой страх. Да, господин. Ну, ты в бочку будешь стрелять или куда? Пока нет. Они ведь уже достаточно близко. Не щадить! А, это наши лучники, что ли? Ну, почти всех одним выстрелом. А я здесь, а? Ну, давай, иди сюда. Ну-ну-ну, давай. Вот и все. Ага. Да в смысле не попал? Ну да. Одним выстрелом стольких. Одним выстрелом стольких грохнуть. Это было неплохо. Отведи своих людей в крепость Ерикава. Сейчас отведу. Я знал, что вы Сакай, но не подозревал, что вы призрак. Вы поможете нам снять осаду? Как решит Удзимаса? Я его уговорю. Люди не лгут. Никогда не видел такого воина, как вы. Да я почти не дрался. Така, иди сдай Куку. Мне нужно поговорить с Дином. Буду ждать дома. Получилось? Дин, Таку чуть не убили. Я видела, как он упал. Да. Не волнуйся. У него все получилось. Зря я ему позволила. Юна, ты хочешь защитить его, но лишь тянешь назад. Так и не боец. Он способный. Я лучше знаю своего брата. Ты не сможешь всегда защищать его. Мне решать, что для него лучше. Ты думай о своей семье. Я пойду назад.
Мы еще не сняли осаду. Я догоню. Почему трус-то? Что вообще непонятное. Ну, чуть-чуть не хватило до нового звания, так сказать. Призрак Ярикавы. Так, мне на карту надо. Так, тут у нас броник. Давайте броника. Ронина, давай. Это вас защитит. Для такой работы нужно больше. Так, это туда же. Это вас защитит. Я не могу укрепить ваши доспехи. О, прикольно. Но надо переодеться обратно. Так, Сакай отличный. Ага. Ага, все. Поехали. Господин Сакай, вы вернулись? Естественно. Так, благодаря нашим усилиям, Ярикава сможет дать отпор врагу. Можешь гордиться собой. Надеюсь, что так. Но монголы за стенами теряют терпение. Они поняли, что Ярикава не сдастся. И теперь захотят отплатить. Они нападут ночью? Вряд ли. Скорее не дадут нам спать. И пойдут в атаку утром. Отдохни, пока можешь. Ну, сейчас будем мочить монголов. Чуть не забыл. Юна в башне. Она хотела с вами поговорить. Спасибо, Тага. В какой башне? Да что ты такое? О! А это нам надо. Жестокий разбойник для тех, кто не желает скрывать деяния прошлого. Понятно. Белая в крови. Вовремя они все дали. Ну и где она? Наверху, что ли? Она юная Ярикава? Это оно мало ли. Так и Ярикава тоже может быть. Как Шкачаба нет? Тоже не спишь. Они перебили самураев. На что надеяться простым крестьянам? Мы должны попробовать. Тебе это нужно больше, чем мне. Кэнси потом до ночи ходил в одной сандалии. Отвратительно. А вот мать моя очень любила. Вместо воды пить могла. А когда все выпивала, страшно злилась. Кричала на нас. Где мой чай? Очень требовательная женщина. Когда Таки было 6, она сломала ему руку. Я его забрала. Мы убежали подальше от нее. Спустя месяц ее нашли мертвой. Тело лежало на улице.
защищать брата было смелым поступком. Порой выбора нет. Можно лишь уйти подальше от всего. Хоть бы шлем снимал, что ли, в катсценах тоже. Вот этот вот козырек, он мешается. Юна! Дин, началось! К воротам! Чё? Что бы ни случилось, мы не отступим. Син! Юна! Монголы! Вперед! Близко! У главных ворот! Если прорвутся, мы их остановим! Вот он! Это призрак! Призрак! Спаси нас! Така! Уведи в башню всех, кто не может сражаться! Люди! Прячьтесь в башне! Скорее! Сюда! В башню! За мной! Ой-ой-ой, ты чё? Какой меткий, а? Отступайте! Пусть каждый монгол, который сунется за стены, умрет! Не дайте им пройти! Лучники, убить их! За Ярикаву! За призрака! А, не то кидаю! Не подпускайте их! Так, тихо. Что, у меня еще... А, у меня еще есть, да? Дружище, отойди, мешаешься. Так, а, вот это, да, да, ну. Хорош. Вот так вот, смотри, хоба, хоба. И нету. Так, вот это надо... Ага. Обороните ворота! Дайте им отпор! Куда бежишь? Ох ты какой! Тихо, аккуратно. Хорош. Давай. Прекрасно. Собираем, собираем, что есть. Блин, он его убил? Серьезно? И все, что ли? Больше выпендривались. Они отступают. У них почти нет потерь. Что за хитрость? Хотят нас выманить? Нет. Вы держите оборону. Укройтесь в крепости. Я к осадным орудиям. Я пойду с тобой. Нет, там твой брат. О, вот это сейчас бы прилетело прям. Добавить строй монголов и разрушить осадное орудие.
Так, тихо. Получил. Че, бежать будешь? Так, отцепись, отцепись от него. Отцепись. Ладно. Нападай. Засранец, а. Так, пойдет. Что можем собираем? Так, а что-нибудь есть еще? Так, дымовая бомба, хорошо, кстати. Так, мне другую стойку надо. Да я же увернулся. Пошли. Сожгу орудие. Так, против мечников. Хорош. Это на одно жоп, да? Одним меньше. Я бы сначала лучника замочил. Где? А, вас двое? Понял. Просто. Это тяжеловато было. Я не думал, что мы куда-то дальше пойдем. Они прорвались. А, ну они же заходили. Но мы их все равно прогоним. Да. Вернуться в крепость будет непросто. Да блин, да ты... Так, тихо. Спасибо, что поджег его. Молодец. Но можно мне пройти как-нибудь? Нападай.
Ага. Да, я один Сакай, да-да-да, ты прав. Ничего у тебя не выйдет. Поехали. Идем дальше. Проклятие. Это их генерал, Темуге. Значит, он неподалеку. Тихо. Я иду. Ну, нападаем, нападаем. Воу-воу-воу. Хорош. Ну, давай. Так, это я забираю, это я забираю. А то ишь, посмотри, стреляет он там. Так, что у меня по этим? Так, ага, есть бросок. Кунайчики, поехали. Темуге, выходи! Призрак! Ход он даст награду за твою голову. Не даст, потому что ты ее не получишь. Я Тин Сакай, и я убивал ваших людей по всему острову. Ваша кровь зальет остров! Ага. Ну иди сюда, нападай. Берегись, Темуге. Мертвому тебе ход он не заплатит. Тебе повезло. В другой раз не надейся. Ага, хорошо. Падла. Темуге, ты принес смерть на многие земли, но здесь ты умрешь сам. Призрак Зулбасак! Ну, какой-то никакой уже. Он типа должен быть нормальный, сильный, а он такой себе. Ага. Вау. Ярость какая-то.
Зарезав предводителя, вы можете перейти в стойку призрака. Захватчики, смотрите на своего полководца! Бегите! Или такой же будет и ваша судьба! Люди Ярикавы! Убивайте монголов! Всех до последнего! Не щадите никого! За Ярикаву! За Ярикаву! А, вас ранили, Серёга, без призрака сброшено. Хорошо. Храните их! Без пощады! Убейте всех! Чтобы получить возможность перейти в стойку призрака, убейте достаточно врагов, не получая урона. Хорошо. Ага, хорошо. Убейте их! Рубите головы! За ворота! Рвемся внутрь! За призрака! Отбивайтесь! Мочи всех! О, вот это другое дело уже. О, нормально, аж мурашки по коже. Ну вот это он разошелся прям. Юна! Мы спасли ваш город. Теперь поможем Дзито спасти наш остров. Мы не самураи. А кто убил монголов? Кто выдержал осаду? Кто спас Ярикаву? Призрак. Мы спасли. Нельзя же просто ждать, когда монголы снова явятся. Говорите, вы не самураи, но вы воины. Мы победим захватчиков и спасем наш дом. Но мы должны быть едины. Да. Неплохо, неплохо. А вот это было хорошо. Призрачный самурай. Мы не смогут его убить. Есть много способов уничтожить врага. Придумай как. А если и не нужно его убивать? Чан задумал. Ядовитые гибели колокольчики испускают ядовитые испарения. Поднявшие их враги, враг умирает. Фу, это, кстати, неплохо. Это прям даже очень неплохо, я бы сказал. Так, техники. Стойки. Призрак.
Так, это что у нас было? А, скрытно подберитесь к вражеским командирам, чтобы зарезать их и перейти в стойку призрака. Угу. А почему сразу две прокачки? То есть еще тут. Хорошо, так, это что? А, нескольких врагов. Хорошо, так. О, кунаи надо увеличить. Падают на землю. И дым рассеивается дольше. Это хорошо. Тоже прикольно. Ну, да, я бы дым, наверное, начал использовать. Это хорошо прям. Это прям отлично. Могу наточить вам меч, господин. Все для вашего оружия. Нет, не можешь. До встречи. Стойка призрака. Чтобы перейти в стойку призрака, зарежьте перед водителем монголов в режиме скрытности или убейте достаточно врагов, не получив урона. Ну, ладно. Ярикава поддержит нас в бою. Дядю порадует эта новость. Ой, сколько всего сейчас. А, залутаем. Так, новый дар. Пошли, заберем. Может, сейчас много чего дадут. Так, броник, понятно. Не, ну это было прям хорошо. Мне прям реально понравилось. И квест, и все, и... Вот это вот все вместе было прям вообще по кайфу. Птица, ты куда? Просто пошел резать. А чё, ну, все бы открылось, чё. Интересно же. Кошмарные сны. Так, кожица. Сталь. Кис. А железка? Нифига, да? Нифига. Ладненько, здесь и закончим. С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлисты, на паблик в описании под видео. Всем пока.